Всем привет! С вами снова я, Ольга Романова, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах». И сегодня начну с хороших новостей. Хорошие новости пришли, откуда не ждали. Представляете, теперь во всем Эмирате Абу-Даби, а также в Эляйне, потому что мы принадлежим к Эмирату Абу-Даби, можно покупать алкоголь без лицензии, что очень круто, потому что я и так 6 лет покупала его без лицензии. Вы знаете, как достать лицензию на алкоголь? Вы должны подать прошение на своей работе. Я как-то слабо представляю, прихожу я в школу, записываюсь к директору и говорю: знаете, прибухнуть мне захотелось после работы с детьми, дайте-ка мне лицензию на алкоголь. Нет, здесь просто заходишь в магазин, покупаешь алкоголь, никакой лицензии не надо. Хотя мне одна знакомая филиппинка сказала, еще в первый мой год моей жизни здесь: я тебе расскажу, как получить лицензию на алкоголь. Такая: да мне это не надо, я и так его беру, ты что? А еще, кстати, если вы работаете и являетесь резидентом Эмиратов, лучше никогда не платите в алкогольном магазине карточкой. Платите кэшем, здоровее будете. Вот, а сегодня, видите, я оделась в бассейн, в такой вот маечке. Сегодня записалась в бассейн, теперь записываться надо постоянно. Вот, время было с 6 до 8 вечера, я сделала всю работу онлайн. Я иду плавать в бассейн впервые с марта. Несмотря на то, что меня, в принципе, брали как тренера по плаванию. У меня в рабочей визе стоит спортивный тренер. Вообще, брали меня как тренера по плаванию. То есть, училка физкультуры сейчас занырнет и покажет вам бассейн. Подписываемся, ставим лайк. Поехали. Все, я на территории бассейна. Вот такой бассейн, класс, пока никого нет. Вообще класс. Повезло, хотя это четверг сегодня. Очень странно, обычно целая куча людей в четверг плавает, сидит в баре, в общем, релаксирует. Сейчас никого, а я, пожалуй, занырну. Ставьте лайк, погнали. Вот показываю мой наборчик, что я взяла: лопаточки, шапочка, два варианта очков, часы пригодятся засекать время, колобашечка и водичка. Вот. Все, сейчас пойдем заныривать. Все, переодеваемся, идем нырять. Вот, заходим в раздевалочку. Такая она обычная. Две душевых, одна занята. Туалет. Переодевалка. Есть душевая. И что радует, всегда в душевой есть гель и шампунь. Это радует. Вот такая душевая, ну старенькая, ну жить можно. Все, идем плавать. Запаху, который доносит из этого бассейна, коронавирус на 2 километра не подойдет. Я поплавала 40 минут, очень довольна, просто супер. Решила я проплыть практически последних два бассейна. Хватанула меня судорога в середине бассейна и болталась дальше на дорожке. Thank you.
Вот, пришли посидеть в ресторанчике, в барчике возле бассейна. Такая красивая лампочка. Вообще здесь очень красиво. И вот нам принесли такое меню. Говорят, код скачивайте, и будет вам счастье. Вот такое теперь меню в Эмиратах. Ой, придется код скачивать. Простых бумажек не осталось. Вот нифига у нас не загрузилась эта прекрасная программа, и нам принесли обычное меню. Вот почему сразу не принести обычное меню? Вот смотрим, соки есть, моктейли, всякие напитки, кофе, классические коктейли. В общем, все есть. Вино есть, алкоголь. Вот пиво, но от него почему-то здесь голова болит, которая на разлив. Почему сразу не принести такое великолепное меню? А вот и наши долгожданные напитки. Присоединяйтесь и ставьте лайк. Всего вам доброго!